Решили два еврея похитить самолет, чтобы такие имели надежный перелет. Подумали до тонкости возможные ходы и для конспиративности набрали в рот воды. Купили в детском мире двухствольный пистолет, две бомбы зарядили и спрятали в жилет. Сварили по цыпленку, махнули два по сто и мирно сели в лайнер Москва-Владивосток. Полетим, полетим, полетим. Наконец-то мы вскоре к своим. Ты да я, как один херувим. Полетим, полетим, полетим. На высоте 7000, когда алел рассвет, воздушные пираты проникли в туалет. Отправить трижды надобности, затянув бандаж, решительно и смело пошли на абордаж. Открыв кабину летчиков и крикнув вне себя: меняйте курс немедленно в еврейские края. Один при этом стрельнул, другой, что было сил, со страху вместо бомбы цыпленком погрозил. Полетим, полетим, полетим. Наконец-то мы вскоре к своим. Ты да я, как один херувим. Полетим, полетим, полетим. Но летчик был не трусом, он руки им скрутил и во Владивостоке свой лайнер посадил. Двум очень штатским лицам на трапе он сказал: хотели два еврея перемахнуть в Израиль. Тут Мони возмутился, он был уже не пьян: пардон, какой Израиль, когда в Биробиджан? Мы же ясно вам сказали, в еврейские края. Зачем же уже делать и туда дурака? Полетим, полетим, полетим. Наконец-то мы вскоре к своим. Ты да я, как один херувим. Полетим, полетим, полетим. Пока там выясняли, кто прав, кто виноват, воздушные пираты под стражей сидят. Сидят и обсуждают, и где кто маху дал, и как же получился такой большой скандал. Но вот наказан летчик Никита Куличан за то, что за Израилем забыл Биробиджан. А бедные евреи опять верны себе, все ту же песню звонкою поют на Колыме. Полетим, полетим, полетим. Ох, и скоро теперь мы к своим. Ты да я, как один, как один. Полетим, полетим, полетим. Полетим, полетим, полетим. Ты да я, как один, херувим.